Друзья, доброе утро. Ну, как сказать, ремонт ремонтом, нужно и выходить в люди. Собираемся с Димой поехать в поселок, ну, как и сестричку, мы родственников проведать. Я уже говорила, приехали внучатые племянники, они Диму знают все, поэтому едем тоже проведать их, погуляться, пообщаться. Ну, в общем, надо такие вылазки иногда делать, да. Так что вперед. Мы собираемся, а Баксик видит, что мы собираемся, коляску вывезла, и все, и начинает обморок изображать. Все, он умирает, чтоб его не бросали. Все, сидел, все, шлеп и лежит, да? Мы ненадолго, мы туда-обратно, так что дождись нас. Ты же за хозяина остаешься, понял? Все? Все? Ничего страшного? Хорошо, да, береги тапочки мамины. Все, мы скоро вернемся. На улице погодка замечательная. Небольшой ветерок, солнышко. Да. Сейчас мы шею оденем. Да, Дима когда сидел, там еще доброе утро забыл сказать. Ну ничего. Ждем такси. Дим уже приготовились. Все, в салон постелим тряпочку, чтобы коляску положить, потому что в багажник коляска у них не входит, у всех газовые баллоны. Ну, все, да, да. Мы уже приехали в гостях, тут весело. Тут у нас и собачка маленькая тоже в гости приехала. Вон. Гости. Ага, гости. Отдай. А это вот наша племянница, красавица. Привет. Сашенька. Это Королюшка, вы помните. Всем уже, привет. Да. Ну, а мальчишки? Тимурчик, помаши ручкой, Тимурчик, нашим подписчикам. Да. А Данечка где? Тима, да, надо отомстить. Королюшка, ручечки можешь вынести на качельку. Давай. Тут у бабушки Светы очень весело. Данечка! Даня, помаши нашим подписчикам привет. Привет, подписчики Лены. Лены. Вот они. Весельчаки, да. У бабушки Светы черешни. Да что-то гниют черешни у бабушки, да? Смотрите, весело. Или затопить. Мурчик родился, они пришли в гости. Забегает собака с улицы сразу в спальню, где ребенок. И вот это слюни. А это хорошая пошли. Водичка? Ну нет, не хорошая. Ну какая это? Ну набрали с крана. Ну пить нельзя, наверное. Ну нежелательно у нас. Хреново знает, какая вода там. Она сейчас проверит, можно пить или нет. Умоталась, пить захотела. Она и лапки там помыла. Ничего страшного. А ты не рассказывала? Залазит в миску. Собачка? Ногами сначала, но мы вытащили. Потом... Саша помыла зелень, она двумя лапками туда. Женя раз вытащил ее, то Саша. Я захожу, смотрю, Тимур с ней игрался. Смотрю, тишина, Тимур ушел. Думаю, собаку, наверное, забрал. Захожу, она четырьмя лапами в этой чашке стоит. Ножки моет, лапки. Ну, знаю, и просто что-то. Стоит, знаешь, это. А, стоит, да. Просто... Затихарилась. Вода не теплая там была. А может, ей жарко, она наоборот. Ох, Саша. Ашка. Тебя водой обольем. Диме положительные эмоции. Нрады привет, такой, да? Мама, можно Тимура это, пожалуйста, снять вот эти... Они сейчас лысые. Чтобы она в босоножках ходила без носков. Тимурчик, носочках, одень босоножки. Одевает. Конечно, кроссовки снимаю. А я снял с носочками. Гуляем, сейчас пойдем чай пить. Собачка работает. Ям тут нарыла. Ой, как старается. Как старается, молодец, молодец. Давай, давай, червячков ищешь, на рыбалку пойду. А? Со сгущенкой сделать? Ага. Вот так, вот так вот. Молодец. А то у бабушки Светы тут мало ямочек, да? Вот так, вот так, вот так, давай, давай, давай. И поводок весь в грязи. Сколько раз в день вы купаете ее? Сколько раз в день купаете? Да. Нет, мы ей лапы моем. Да. Ну, она что-то ест.
Или травку, или какую-то живность, наверное. Ну да. Тебе жарко, Ля, вырыла ямку и животом легла. Она ему же копается, и жарко. Да, наверное. Все, как обычно проходят праздники. Все в своих телефончиках. Да? Один Дима, да. А я себе всю галерею удалила. Да, ну, ничего еще насобираешь. Не повезло. Петушки еще не все отцвели. Лянь, какие красивые. Белые вообще, гля. Красота. Лена, что бабуля сажает огород? Не-не. Она уже на дачу туда совсем не ездит. Уговорили, да? Да, хватит. 80 лет, Свет. Она, во-первых, сама боится туда, мало ли вдруг плохо. А там связи нет, чтобы даже скорую не вызовешь. Да, да, слава, я тоже так. Розочки уже. Ты розочки в этом году брызгала? Говорю, розы в этом году брызгала, не? Нет еще. А ну я смотрю, на них вроде ничего нет. Скоро-скоро распустятся. Слушай, еще ливнем поломала розы. Еще ливнем не поломала, еще Артёна помогла. Ой, пиончики, пиончики. Розовые распускаются. Как же они пахнут хорошо. А это белый или бледно-розовый уже отцветает. Желтенький. Бассейник маленький для красоты закрыли, чтобы дети туда не залезли. Это вот такая, что плетется розочка уже тоже. Распускается. Она все роет, да? Ути-пути, с Димой знакомится. Не бойся. Она не достанет, шнурок не дает. Я побрать ее. А он не достанет, ее его привязали. А нельзя просто подойти? А просто подойти? Можно и просто подойти, но Дима просто не подойдет. Смотри, не ударься. Не надо, не тащи так, а то у него этот коротенький. Тимурчик, смотри, не упади. Лучше напугать сразу. Блин, ну ты говоришь, тут место, во-первых, у меня осталось. Тут же редиска у меня сидела. Место есть. А вроде помидоры есть, что досадить. Да. Туда досаживаю, опять выдергиваю. Это тоже огурчики вьются, да? Ой. А кто это? А, это Даня стреляет. Сюрприз. Да, Даня. Потом уже просыпаться. Сначала предваряю, что я сплю, чтобы они хотя бы поняли, что не надо. Так, по-моему, ты что-то ешь. А ну-ка. Кш-кш-кш-кш-кш. Ай. А ну выкинь сейчас же. А что он ест? Ай-яй-яй-яй-яй. Камни ест. Да еще палец мне откусила.
Не черешня, не, это камень. Да нет, крови нет. Ух ты. Да, ты как третий, четвертый внук. Иди сюда. Бабушка, Саша сказала, может я вам собаку оставлю? Бабушка говорит, да нет. Бабушка, если с вами с тремя, еще и с этой собачкой, то это все. Бабушке крыша поедет. Вот мы сейчас кофеек будем пить. Да что ж она все собирает, ест? Что ж ты ешь, а? Да что ты грызешь? Да не... Косточки не можно есть. А я не знаю. Косточку, она говорит, вроде косточку. Подвижки можно. Что брызгает, Даня? Да? Ты поливаешь? Ой. Главное это в камеру попасть. Да. Ну, наверное, папа приехал. Ага, с брызгалкой встретишь. Ну а сейчас сколько у тебя сейчас... подписчиков? А я там не снимаюсь. Мало. У меня 3 подписчика. За что снимать? За 3 подписчика нет. Никогда. Ну, надо ж продолжать, не останавливаться. Будешь снимать. У нас тоже, мы ж тоже с 3 нет. подписчиков начинали. А, учиться, ну да. Пока учись, я а потом... Блогерская жизнь, ты больше знаешь. Блогерская жизнь. Ой. Да, блогерская жизнь у нас. Каждое утро. Доброе утречко. У нас тут еда. Вот мы будем готовить пирожочки. Ты так не завалишь качелю? Ну, правда. Просто лучше получается, чем у меня. Поэтому я не хочу снимать. Я лучше танцы снимать обычные какие-то. Женя приехала. Чикала, фица, фигал, ты мне Экин, любимый крестный. Женя приехал. Папа приехал. Сразу не заметила, сестрички тут такие. Она говорит, это как черная, но она прям темно-темно-бордовая. Такие вот, как черные розы. Красивые, разные. Разные-разные. Скоро лилии будут. Даня, расскажи, как ты школу закончил? Плохо. На четверке? 2 четверки в итоге. А остальные? 5. О, так это разве плохо? Это хорошо. Ну, у мамы планка стоит выше, значит, она знает, что ты способен на большее. Это да. Ну ничего, на следующий год подтянешься. Ну, чтобы человек хороший был, правильно, Даня? Учитель или Даня? Даня. Вот Даня, да, вот чтобы учитель был хороший. Ну. Арсенчик. Чем пахнет? Кулаком. Кулаком. Кошкой. Котом пахнет, наверное. Ням-ням-ням. Думаю, девочка ласковая. Думаю, девочка. Он тебя погладит, так ощущение, что его кулаком по голове хочет. Не бей, я хорошая. Спасенечка.
Все, друзья, мы уже дома, погуляли немножко. А на погода так, знаете, как вроде как хмурится, я жарю, все это обещает еще дождь. Мы чуть погулялись, дети с родителями поехали в Стаханов парк отдохнуть. Ну, а мы поехали домой, чтобы под дождь не попасть. Да, нагулялись, хорошо. Будем, тоже будет свободное время, будем ездить, да. Диме нравится там в саду, хорошо. Зелень, птички поют. Нам привезли ролеты на кухню. Мы заказывали через интернет, по 600 рублей как раз размеры высчитывали. Ну, когда уже полностью сделаем откосы, тогда будем вешать. Ну, зато у нас уже есть. Пока, ну, только на кухню. Вот. Там везде будут пока эти старенькие шторы, тюль висеть. Вот. Нас это пока все устраивает. А на кухне, да. На кухне, конечно. Так что Дима еще пока заходить не хочет. Говорит, немножко тут еще погуляем.